Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Как бы человек свято ни жил, он всегда должен осознавать, что он грешен. Почему? Так утверждает слово. Конечный результат. Если мы говорим, что все, мы не грешим, в мыслях не грешим, в словах не грешим и в делах не грешим, тогда мы представляем Бога лживым. Потому что Бог сказал, все согрешили, все лишены славы Божией, нет праведного ни одного, до одного негодны. И слова его нет у нас. Вот результат. А теперь с обратной стороны начнем считать. А если слово-то его, Евангелие-то, Библии-то не было в народе, так сознание это греха-то, ведь не было настоящего. А только то, на что сказано. Не пил, не курил, там аборта не делал, да, там заткнулось. А ведь если внутреннее-то духовное перерождение не было, человек не может исполнить заповеди. Новое вино в старом мехе не вливается, оно разорвется. Ему говоришь, через день встречаюсь, он опять тоже делает. Ты о себе уже говорил это. Человек, нерожденный свыше, он не может по-настоящему ни поститься, ни молиться. Он пытается, у него ничего не будет. Все будет разваливаться. Сегодня читали про Марию. Господь говорит, о многом ты суетишься, Марфа, а нужно только одно. На одной стороне много, а на другой одно. А это она сидела у ног и смотрела на Христа. Написано, исследуйте Слово Божие. Мы такие слова можем читать в любой книге. Прочитав, выдуманный герой, кто-то сидел перед ним, слушал. Ну и все на этом. Могу что-то взять для себя, могу и не взять. У меня другое мнение. Здесь иначе. Это говорит Творец, это сидит тварь. Тварь, которая не знает, что делать. И Творец сошел на землю, сделался подобным твари. Он не посчитал быть хищением равным Богу. Он равен Богу, он Бог. Слушая Христа, при исследовании Писания, мы должны зайти за видимую грань. Вот сидит Христос, шевелится губы у него, смотрит ее, так же моргает, как мы. А она должна была видеть в нем Слово. Она избрала Слово. Сам есть Слово. Не просто звук, слова, а это глаголовшее в пророках Слово Духа Святого, когда сказали. А он ими с Духом Святым. Значит, слушая Христа, она слушала и пророков. Слушая Христа, она приняла и апостолов. Вот что заключается в этом. Тогда слова его нет в нас. Если слова его нет в нас, тьма. Как важно каждый день читать Библию. Повторяю, некоторые Библии даже не прочитали. Называя события, смотрят удивленно, а где это написано? Каждый день читайте по порядку Библию и что-то старайтесь запоминать. Нам интересно, и мы, люди, заботимся о чем-то. Наша мать говорила, хотелось бы посмотреть, чем у вас все это кончится. То есть кончится, потеряется, или она будет развиваться, или вот такая и останется. Я тоже об этом думаю. Но, когда подумаю, что я умру, и один вопрос, пройду ли я мытарство, если я пройду, то я буду молиться о вас. А если я не пройду, то моя молитва никакая до Бога не дает, там уже о себе думать некогда. Но главное, что когда уходим из земли, все заботы отошли. И мысли его умерли, нет. И забота его кончилась. Бог дал мне возможность сидеть у ног Христа. Я смотрю надписи, это моя была мысль, чтобы надписи были здесь на стенах. Всюду моя мысль была главная. Слово Божие живо и действенно. Людей привести к ногам Христа. Насколько мне это удалось, я не знаю. Бог будет решать. Но я положил 44 года на эту мысль. Сидеть у ног Христа, чтобы слово его было в нас. Сумел я вам это передать и другим, один Бог знает. Но я вас призываю к этому. Апостол Павел говорит, вы приняли от нас. Он говорит, думаю, Духа Святого имею. Думаю, он имел. И вы приняли не как наше слово, но как Божие, которое оно поистине такое и есть. Повторяю, если с вами будет разговаривать какой-то еретик, и он цитирует места Писания, никогда не перебивайте.
Вместо еретика Бог стоит, говорит. Некоторые этого не понимают. Ему скорее нужно данные выдать, победить. Не надо его побеждать. Нужно дать место Господу. И Господь поставит, Господь разъяснит. Он развернет ему мозги, сердце, ум, глаза. Все в другую сторону. Вот написано так, что мы обманываем себя, то есть лжем. И истины нет в нас. То есть это несовместимо, обманывать и истина. Бороться надо против всякого обмана, против лжи, и бороться за истину. Чтобы понять, что такое истина, в Библии написано 437 мест с упоминанием этого слова. Вы понимаете, это предыдущие и последующие стихи надо считать. Я вам даю материалы, которые никто никогда не мог давать, никогда в мире. Почему? Не было электронной техники, вот почему. Ну не было же телефона, с любой позиции, в подвале можешь сидеть на крыше и с кем-то разговаривать. Так и это. И я трачу здесь огромное время, чтобы узнать, сообразить, как бы лжи-то не было, как от нее отойти. Вот слово говорит, и если мы говорим, что мы не согрешаем, Бог заботится, чтобы люди не согрешали. И непрерывно об этом говорится. 958 мест Библии говорят о грехе. Вдумайся, я говорю с экономическими книгами. То есть все во грехе. И кто не исповедует Бога, Христа, тот находится во лжи. Кто не признает себя грешником, он и других не может признавать погибшими грешниками. Но ты если видишь, что вот сегодня вот этот человек сгорит дотла, ты пойдешь ему скажешь. Если ты видишь, что ребенок его ходит над пропастью, над озером упадет, ну неужели ты такой бесчувственный? Ну смысл-то в том, что погибает только тело, тут душа погибает. Как не идти в этот мир? Не говорить, когда люди стоят над пропастью адской. Они стоят не перед огнем, а перед гиенной огненной. Если ты не заботишься, слова его нет в тебе. А слово где? Там Дух Святой, он разъясняет. Он дает тебе ревность, он воспламеняет. И кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? В третьей книге Езры 6.38 он говорит: «Ты сказал, да будет, и слово твое было совершившимся делом». Бог только сказал, и все совершилось. Бог дает нам эту власть. Мне Бог дал великое счастье видеть силу Божию. Я смотрю фильмы про то, как люди ведут себя в тюрьме, какие драки. Какое убийство, что делать, где я был, нигде этого не было. Это мне начальство говорило, обстановка мгновенно изменяется, потом мгновенно, за один час начинается слушание. Господь как-то так действует, люди делаются тише, который самый был атаман, он ложится к стенке, отвернулся, он не слушает и не знает, что сказать. Дух Святой действует, слово. Я в жизни испытал великую, целительную силу Слова Божия. Куда бы ни поехали, маленькое Евангелие, заверните в карман положить, авария или что-то не делается, помолись, прочитай несколько мест, доверься Богу. Да, Россия много избрала. Белингов пролив, Дежнева, Крузенштерна, и чего только нет. Во все страны мира везде, весь распространили, богатая страна, огромное пространство, самая большая в мире страна. Много избрали, нахватали до юга, Чечню, Туркмению. А нужно было только одно. Благую часть. Эти народы, чтобы получили миссионеров, и чтобы не с мощами возиться, а оказать им честь и погрести святых, которые погибали бы. Самое великое это честь, когда сказать, он шел за Бога и ради слова его умер, будем подражать ему. Чтобы слово его было в нас, а мы должны сознаться грешниками, что мы грешники. Я гляжу, сегодня лгут все везде. Сколько лет говорили, кричали, что патриархия такая, патриарх там Редигер, он Дроздов, как будто никогда этого не было, и покаяния-то нигде не было. И сегодня не молчат, а замазывают этот грех. А вот они говорили, они как, одна ложь, одна грубая, тяжелая неправда царит везде. И в этом не кажется, истины нет в нас, это про нас говорится. Я про сектантов вообще не говорю, потому что многие из них правее нас окажутся. Тир и Сидон отраднее будет, чем нам. Премудрость Соломона 16.12.
не трава врачевала, но твое все исцеляющее слово. Можно знать все календулы, все богородские травки, а здоровья нет. А верь в слове твоем. Нужно сначала принести раскаяние за все, за воровство, за упущенное время, за аборты, за осуждение и все исцеляющее слово. Тогда и травка будет на месте. Соломон это знал. Премудрость Соломона 16:26. Слово твое сохраняет верующих в тебя. Слово. Приучите детей искать благословение вашего родителя и бабушки. За дверь не выходи. Так выходит. Три поклона. И какое-то слово ему скажи, слово Божие. Вот как говорит Господь. Бог Авраама, Исаака, Бог Иегова хранит тебя. Ты все время к нему обращайся. Премудрость Соломона 18:15. Всемогущее слово твое идет по земле, как грозный воин, истребляя все. Кто знает эту силу? Надеялись только на плотское оружие. А слово его воин, оно меч. Русский народ, православная церковь не познали силу этого слова. Ищет силу в мироточивых иконах, мощах, чем угодно. Нам привезли пышное многочасовое моление, богослужение, но не слово. А как выбрать? Просить, плакать и не говорить, что у нас греха нет. Слово Божие не распространялось, главный грех. А если мы в этом не сознаемся, нет в истине нас и не будет никогда. Еретики будут плодиться, а мы уменьшаться. Наши храмы будут закрываться. Русский народ будет истребляться. Вот что говорит псалмопевец Давид в одном 118 стихе, который многие читают, и особенно старообрядцы. Повеление каждый день читать, кроме воскресного дня. Как они могут вот эти слова пропускать? 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Ты хочешь не грешить? Не грешить, значит, истина будет. «Сокрой его! А как сокрыть-то его?» Если ты его в руки-то не берешь и не знаешь, а если берешь, да не понимаешь, мы. Возьми Слово Божие, переведенное благословенными мужами, синодальный перевод, который у нас на аналое. На него многие воюют и православные, перевод неправильный. Я вам свидетельствую, перевод прекрасный, чистый, добротно сделанный, красивый, и не меняется ни одно слово. А так они легко от него отходят, они его не знают. А я знаю многие места наизусть и скажу, что они соединяются с душою, с душевным порывом, и особенно, когда дух у тебя сокрушенный. Когда не будешь высоко мыслить о себе. 42 стих, это все 118 псалом. «И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово твое». Допрос ведут тебя НКВДшники, КГБ. «Я дам ответ, ибо уповаю на слово твое». Молчат, не знают, что сказать. Муж у тебя пьянствует буйный, я уповаю на слово твое, дам ответ поносящему. Другие хулят твою веру неправильно, я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю. Ты понимаешь, в одном стихе все, открытые уста, ты трубой сделаешься архангельской. 50 стих. Это утешение мое, что слово твое оживляет меня. Беда. Погиб близкий человек, заболел. Слово твое утешает меня. Это утешение мое, оно оживляет меня. Слово, как может оно оживлять? Как можно было эти слова пропустить? Если это оживляет, да вот что оживило бы Россию-то перед революцией, не было бы ее. Слово твое оживляет. Не храмы, а вот духовность, никакой духовности нет. Камни не оживляют, слово твое оживляет. Прошла перестройка, разбазарили страну, а слово так и не стало на первое место. А те, которые возжаждали слово, получили его под ложной обложкой от сектантов и пошли во все секты. И люди не понимают этой истины. Самая главная вина падает на пастыри сегодня, где не проповедуется слово Божие. И 67 стих. «Прежде страдание мое я заблуждался, а ныне слово твое храню». Все священники должны были выйти и сказать, мы многое претерпели, православная церковь была разгромлена вся, а ныне слово твое хранит меня. Прежде страдания мое заблуждался, до революции я заблуждался, до перестройки заблуждался, а ныне
Слово Твое храню. Ведь это не сказали. Впереди говорят, да, мы страдали. Да запятой. А ныне Слово Твое храню. Не могут сказать. Не хранят. Хранят они то, что ценность в алтаре, одежду свою. Это хранят. Традиции, обряды, предания. А написано Слово Твое. Это эпиграф вам надо взять. Мы не понимали этого. Нас и страдания не вразумели. А раз не вразумели, значит, к этому стиху мы опять придем. Опять будут страдания, опять будут лететь купола. 74 стих. «Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое». Как бы меня ни поносили, вы слышите, я уповаю на Слово. Вы этим только возрадуетесь. Когда услышите после моей смерти поношение меня, книг моих, деятельности моей, я уповаю на Слово Его. В этом меня никто никогда не упрекнет, что я не уповал на Слово, что я Слово Божие не признавал. 101 стих. «От всякого злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». У меня есть цель, потому я не пью. Грамма в рот не беру, чтобы хранить Слово Божие на трезвую голову. Никаких бражек не заводите дома. Побейте и выбросьте все эти банки. В рот ничего не брать. Я храню себя только для того, чтобы Слово Его сохранить. Удерживаю ноги мои, никуда не пойду с нечестивыми, не сяду, ни на какие их лживые собрания. Мне это не надо, потому что Слово храню. Где Слово, остальное не вмещается, оно вытесняется. 114 стих. «Я на Слово Твое уповаю. Ты сокрыл меня, ты щит мой». Если Библию в руках держишь, это щит, ты ей закроешь. А если нет, эти слова читать не можешь. Они их каждый день читают. 118 стих. «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Я стою рано для того, чтобы много сделать. Хотя и это надо. Но чтобы углубляться в Слово. Ум не охвачен смятениями. Чистый утром встанешь, помолился, и как легко все ложится, и какие-то новые мысли приходят. 172 стих. «Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Язык мой для того дан, главное, чтобы возглашать Слово Его. Господи, сколько я языком нагрешил, намолол лишнего. Соделай, чтобы этот стих 172-й, 118-го псалма для меня сделался путеводной звездою. И 137-2. «Слово Твое превыше всякого имени Твоего». А у нас не только Слово нет, но и имя Божие не открыли, что Его имя Иегова звать. Бог открылся Аврааму, Моисею с этим именем. Ни разу нигде никто не слышал. Я не могу никого найти из людей, кто бы сказал, а я знаю это имя, сектанты знают. Как оно может Слово Твое быть превыше имени, когда имени, сначала имя надо Иегову установить, а потом сказать, а Слово Твое выше этого имени. Почему? Потому что оно хранит в себе все и это Слово. Иеремия 15:16. «И было Слово Твое в радость мне». Мысленно повторим. Слово, которое я слышу, оно в радость мне. Я понесу его. Я сижу, как Мария у ног. Я избрал благую часть, а все множество дел, которые Бог дал, они слове будут делать. Господи, вот доишь корову и скажи. А учение Христово начальное, как молоко. И надо переходить к твердой пище. Опять молоко. Да, вел в землю текущее молоком и медом. А молоке сколько? И повторяю про себя, у тебя молитва будет идти. Господи, соделай это место здесь радостным для нас. Иоанн 17:6. «Господи, Ты дал их мне, говорит Господь Христос, и они сохранили Слово Твое». В обратном порядке. Если не сохранили, не было, они не Твои, это и понятно. Она не сидит у ног Христа. Она для Христа пищу даже не готовит. Это не Марфа, мы никем были. Мы чужие были. Были, говорит, безбожники в мире, ибо не знали Бога. Иоанн 17:14. «Я передал им Слово Твое, говорит Господь, и мир возненавидел их. Потому что они не от мира сего. За что? За то, что дал Слово. Вот за это может мир ненавидеть. А не за то, что ты в ответ им говоришь грубые слова. Он обязательно мир будет ненавидеть нас. Но будут люди, которые будут прислушиваться. Иоанн 17:17. «Освети их истиной Твоею. Слово Твое есть истина». Тогда разум просвещается. Все делается правильно. Слово Твое есть истина.
Я непрерывно повторяю, как можно было эти слова не видеть? Ну, народ не видел, потому что Евангелия нет. Но те, которые имели, если слово истина, народ-то не от того, что священник только благословит. Ничего не благословит он рукой, если мы живем против Слова Божия. Мы опять творим новую ложь, и истины нет в нас. А священник благословляет во имя Христа, о котором мы ничего не знаем, кроме написанного в Библии. Вот тогда благословение ляжет на благодатную, взрыхленную, политую почву. И Деяния 4.29. Почему вот эту молитву апостольскую убрали? Не им иные помощи, а Божьей Матери. Совершенно не христианская молитва. Непрерывно говорит, как отречение от Христа, как архиепископ Михаил говорит. А здесь дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Эта молитва была, где апостолы присутствовали. Эту молитву надо вернуть в храме. Мы когда уходим, ее надо читать. Господи, дай рабам твоим со всей смелостью возвещать слово твое. Мальчишку поднял Господь и садив вот его, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, все храмы поют. Мы не знаем, правильно он их передал. События это насколько точно не знаем, но в церковь это вмонтировано. Это сказали апостолы, написано в Деяниях, написано в Библии, нигде этой молитвы нет. Ну ясно, что что-то мы делаем не то. Молитву нам не вести другие. Но сами мы своими словами можем молиться. Повторяю, дай рабам твоим, то есть мы грешные, мы рабы, со всей смелостью говорить слово твое. Аминь.